24 сентября президент Ильхам Алиев в рамках поездки в Солянский район принял участие в открытии 110-35 10-киловольтной подстанции Гарагашлы. Председатель открытого акционерного общества Азаришек Бабарзаев проинформировал главу государства о новой подстанции. Было сообщено, что новая подстанция обеспечивает электроэнергией большую часть Солянского района, в частности, объекты государственного значения центр Гейдар Алиева, парк Гейдар Алиева, исполнительную власть Солянского района, центральную больницу, большое число объектов промышленного, образовательного, медицинского и бытового значения. Глава государства ввел подстанцию в действие.